Лайв, знаете ли, разный бывает. Казахстанская певица Райхана Мухлис спела с американским исполнителем Fresh Big Muff. Парень делает бит, не поверите, из всего, что попадется под руки. Так мастер необычного саунда сварганил трек из звуков города Алматы. Аарон Хитч или Fresh Big Muff раскручивает свои творения через YouTube. На сегодняшний день его ролики набрали более 1 000 000 просмотров. В Алматы музыкант прошелся по самым знаковым местам. В песне можно расслышать звуки Коктюбе, Зеленого базара, фонтанов и всего, чем дышит город. Весь шум разбавила своим красивым голосом Райхана Мухлис. Это дарование не так знакомо широкому зрителю. Мухлис заявила о себе в начале этого года. С тех пор она стала частым гостем на многих творческих ивентах и фестах, которые проходят в стране. Но к плеяде казахстанских артистов Райхана себя не относит. У меня немного другое видение, у меня другой саунд. То есть он намного другой. То есть у меня очень мало прям попсовых песен. То есть мой основной жанр – это R&B, soul, у меня есть поп. У нас просто на самом деле люди привыкли слушать одну и ту же музыку, и у нас не так уж много людей, которые экспериментируют. Начинала певица с каверов, исполняла в основном топовые треки из репертуара Бейонсе, Рианы, Дрейка и Джастина Бибера. Я жила 5 лет в Нью-Йорке. А вообще я планирую вернуться в США в итоге. Я не знаю еще насчет России. Единственное, что, видите, мой материал, он на английском языке. И я планирую в ближайшее время писать на английском, потому что это мне духовно ближе. Переезд пока не входит в ее ближайшие планы, а дебютный клип – да. Это будет другая картинка, непривычная нашему зрителю. Новая звездочка разгорается настолько быстро, что уже осенью будет готова представить еще и первый лонгплей, который расскажет о ней все. Неплохой старт, не так ли?